В ночь на воскресенье у 38-й школы автонарушитель, пытавшийся уклониться от полицейской проверки, разбил взятый у знакомого автомобиль. Погоня была недолгой. Nissan Note, ехавший в направлении центра города, автоинспекторы попытались притормозить на соседней трамвайной остановке. Приказ шофер игнорировал у кафе «Маленькая Армения». 200 метров и громкий финиш. По всей видимости, беглец хотел свернуть на улицу Металлистов, чтобы потом затеряться в проулках частного сектора. Не дали ему это сделать скорость, гололед и трамвай. Войные рельсы. Ноут врезался в столб, который треснул от самого основания. 31-летний задержанный прав никогда не имел. Знал ли владелец автомобиля о том, что кто-то воспользовался его машиной, неизвестно. Во всяком случае, ключи зажигания у нарушителя имелись. Разбитый ноут увезли на арест-площадку. Проходить тест на трезвость фигурант отказался и был доставлен в спецприемник, где рискует провести ближайшие 10 суток. Сомневаться в правомерности завладения иномаркой полицейские стали после того, как проверили задержанного по своей базе данных. Мужчина был ранее судим за кражу и грабеж. С места происшествия Валентин Борозняк, Александр Ефанов и Степан Симонов.